Встречайте первый Б-класс! В третьей школе Вольска в этом году 3 класса первоклассников. Их количество с каждым годом не уменьшается, радуется директор. Всего же здесь обучается почти 700 человек. Это самая современная школа города, говорит руководитель, к тому же самая спортивная. Наша школа спортивная в первую очередь. И большинство побед в городе нашей школы. 15 первых и вторых мест в этом году мы завоевали в муниципальных соревнованиях в районных спартакиадах. 2 первых места в районной спартакиаде. На торжественной линейке среди почетных гостей депутат Госдумы Николай Панков. Он вручил благодарственные письма учителям и ученикам. И мне сегодня приятно, что вместе с председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным в сегодняшней школе есть и наша общая заслуга. Мы помним, как она создавалась 20 лет назад. Директор школы во время своего выступления напомнила о помощи спикера Госдумы Вячеслава Володина. После того, как на его странице в Инстаграм был поднят вопрос о ремонте, школа получила 3 миллиона рублей на ремонт крыши. А это уже 16-я школа Балакова. Николай Панков успел побывать и здесь. Поздравил учеников и педагогов с Днем знаний. Конечно, это мой округ, это те школы, когда, с кем мы работаем. Это те дети, с которыми мы встречаемся. И для меня было очень важно сегодня быть в городе Вольске и здесь, в городе Балакова. Это школа, одни из самых крупных школ. Это школа, которым тоже нужна помощь. Думаю, всегда нужно их поддерживать и всегда быть с ними вместе рядом. В этой школе 1000 учеников. В этом году здесь 125 первоклашек, 4 класса. Это, по словам директора, одна из рейтинговых школ города. Но больше всего здесь гордятся своими учениками. В этом году наша выпускница 11 класса А, Коношенкова Алена, стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. И поступила в Московский государственный университет. Для нас это гордость. Коношенкова Алена – наша гордость. Можно сказать, достояние страны в будущем, я вам точно говорю. Сегодня среди почетных гостей сотрудники спецподразделения «Альфа» и мать Героя России – балаковца Вячеслава Малярова. Он погиб в Беслане, спасая заложников. Этим трагическим событием был посвящен первый урок для старшеклассников. Оксана Лючая, Максим Пустовал, Саратов, 24.